Внимание, разводимся. Наша задача заблаговременно убедиться, что все стоят на своих местах, что охрана готова, запустить двигатель, убедиться, что двигатели запустились, предупредить охрану и всех остальных механиков, что в ближайшее время разводка, за 5 минут я предупреждаю, за минуту предупреждаю. Наблюдаем, что охрана у нас перекрыла движение, сами лично убеждаемся, и только после этого мосты разводятся. Самая главная причина отмены разводки – это у нас скорость ветра. Разведенный мост – это, по сути, парусник. Поэтому у нас скорость граничная – это 12 метров в секунду на высоте 25 метров. Сейчас у нас, по прогнозу, на данный момент уже 10 метров в секунду.